Товарищи, мы признаем свою ошибку с прошлым председателем. Но ведь мы же сами по своей инициативе предложили вам снять его. Вы нас поддержали? Поддержали. Ну а в чем же дело, товарищи? Теперь мы вам предлагаем отличную кандидатуру. Товарищ Флягин, старый хозяйственный работник, хорошо зарекомендовал себя на многих соответственных постах. Это, можно сказать, из лучших представителей наших районных командных кадров. Он прекрасно работал в райпромкомбинате, в конторе за год зерно, на молокозаводе. Долго еще заседать-то будем? Домой пора, щи прокисают. Пущай, Гуськов, вы чего? Зачем меня? Лыкова хотел. Ладно, ладно. Лыкова. Товарищ, не понимаю. Вы говорили, что Лыков больше о своем личном хозяйстве беспокоится. Теперь вы его предлагаете. Лыкова. Не понимаю. Ой, миленький, да Лыков-то нам уже не страшен. Он уже себе нахапал, сколько ему надобно было. Нам вот новенький, он пострашней. Ведь ему заново хозяйством обзаводиться. Ну и дымище. Как на пожаре. Пожар не пожар, а кто-нибудь горит. Ну, куда я скажу? Куда ты? Садись. Погоди, погоди. Садись, я тебе слова не давал. А ты дай. Жалко тебе, что ли, слов моих. А то сидят все, стесняются. Каждый год все привозят новых председателей. Все голосуем, голосуем. Толку никакого. На будущий год опять будем выбирать. А что же мы-то сами? Из ума, что ли, выжили? Ведь мы же всю эту землю в руках своих перетерли. Уж вроде бы и карты в руки, чтобы хозяйствовать на ней. Нет. Ну, про другие колхозы я там ничего не скажу. Много где дельных людей прислали из города. Но ведь нам-то ведь другое все нужно. Вы посмотрите, кого тут в зале больше. Все, ну, посмотрите. Все, товарищи, к нам приехал товарищ Данилов. Попросим его в президиум. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Я специально приехал? Нет. Я на огонек. Ну, ступай, ступай, ступай. Андрей, уж полный зоопарк. Все время им раньше на председателя не везло. Сейчас вот уперлись, не желают приезжим. Да. Да, а что делать? Ну, садись, я тебе говорю.
А что это ты меня сажаешь? Интересно. Я еще не закончила говорить, а он меня уже сажает. Да, так вот я и хотела спросить. Кого тут у нас в зале больше? Ну вот хоть вы, товарищ секретарь, как вы думаете? Кого тут у нас в зале больше? Ну поглядите, ведь нас, баб, а на работе на колхозной чья сила идет? Опять наша, бабья. А что наши мужики? Ходят только руки в брюки, да кабанки. Правильно, правильно. Так вот и дайте нам, наконец, такую, чтобы она разогнала бы всю эту шайку, лейку, мужик. Да работать бы их заставил, да не стучи ты там. Да чтоб порядок навела, как в доме хорошая хозяйка. При чем тут мужики или бабы? О, уже один испугался. Чего там испугался? Слыхали мы эти песни? Ой, да слыхали, да не уразумели, в том-то и дело. Ну нету, ну нету в этой колоде такой карты, нету. Сколько тасуйте, не тасуйте, все одно фальшивые хлопоты будут выпадать. Александра, а ты возьмись там, да и докажи. А мы тебе поможем, ты не сомневайся. А что? Давай, Саша! А что, действительно, не возьмемся. А тогда держитесь, мужички. Вот, кстати, попадешь, не выскакивай. Ведь говорю, что не выскакивай. А по мне, что не поп, то и батька. Лишь бы службу знал. Дожили, дожили. Теперь за вам не юбку держаться будем. Ей-богу, проголосую. Вот смеху-то будет, а? А что? Она баба боевая. Не пойдет, не пойдет. Куда ей? Она по женской части слабовата. Вы что сказали? На-на-на-на-на-на-на. Неправда, Морщ. Ты ко мне в окошко лазил? Охот не было. Лазь к тебе. Нет, врешь, врешь, была у тебя охота. Ну-ка, говори, как на духу была. Спятил ты, что ли? Больно же. Нет уж, говори, пустила я тебя. Ну, отцепись за коленное, ну, не пустила. Лазил. Лазил. Не пустила. Не пустила. Громче. Не пустила. Пошутил. Слышали? Вот еще раз так пошутишь, всю голову оторву. Ну, доказал. Да. Ну, так что же будем делать, товарищ? Ой, мамочки. Выбрали. Мамань. Вставай, мамань. Меня в председатели выбрали. Ну, тебе отстань, какие там председатели? Как это какие? Председатели вот нашего колхоза. Господи, да за что ж тебя в такие мелкие сунули? Опять наперед других полезла. Так тебе и нужно, дурехи. Все лезешь туда, во что сам черт не играет, прости господи. Сидела бы тишком да помалкивала, языком масла не собьешь. Ну ладно. Твое дело сторонье, вдовье. Разбурчалась вот тут. Не любишь, не любишь, когда правду-то говорят. Красавчик. Нельзя, Ваня, каждый день гулять. Надо бы на передых иметь. Ну нельзя, нельзя, ну а что делать-то? Спасибо, милая. Ну, ладно уж. Все собрание проспал. Ох, и скукота же. Ой. А ты женись, вот тебе и скучно не будет. Да? Да. Вот как нам с Витенькой, да? Я в леспромхозе вот работал. Дыра дырой. Сюда приехал, тут. Вообще. Ну, мы-то, слава богу, в остатке живем. Грех жаловаться. Только и свет в окне, что свое хозяйство.
А клуба нету, радио тоже нету, и кино раз в месяц. Вот погоди, погоди, новая председатель, что тебе такое устроит кино, что живот надорвешь. Какая председатель? Что, бабу, что ли, привезли? Как ж привезли. Свою королевну откопали. Я хорошо знакомая. А ничего. Она баба теплая, а? Бесстыдник. За столом про такое... Егор. А неплохо, если бы ты приструнил ее как следует. Ну, сочинили вы, братцы, председателя. Ну, ничего. Давай, что ли, перемычно. Куда торопиться-то? Ты вот что, Александра, вот что. Перед народом не возносись и себя тоже не роняй. Зубы попусту не скаль, имей серьезность. Ну, а Ваньке Лыкова, что больше здесь, и духу не было. Здравствуйте! Слышишь? А есть кто живой-то? Александра! Сашка! Айда в Семеновскую! Верикен привезли! Где? Кто сказал? Да, вечер была! Говорит, такой полосочку, да ладно, полосочку! Полосочку. Давай, одевайся скорее, а то со всей округи набегут, все разберут. Давай, сейчас. Нет, бабоньки, выступайте одни, а... Я потом. Ой, я и позабыл, что ты теперь у нас всему делу голова. Ну, соображай, а мы побегли. Председатель! А вы вольные! Поди в правление надо идти. Здравствуйте, Анна Ивановна. Здравствуй, Саша. Гляди, гляди, председатель ж пошла. Правление верно, там уж собрались. А-а-а. В голове у тебя, Саня, свой интерес, известие, моряжная постель. Кто же это? Ой, неважно, Дуня, неважно. Дальше-то что? А дальше сами две дороги. Ближний и дальний, казенный дом, хлопот и почтенный король. В райком не иначе, значит, ехать.
А это ближнее правление. И все, Саня. Как все? Ну нет, Донь, ну что ты? Скажи еще что-нибудь там. Ну как там? Что было, что будет? Ну, давай, Саня. Ну, как же? Знаешь так, что было? Фальшивые хлопты. А что будет, опять-таки, гляди, ближняя дорога. Вот, Сань, хорошая карта. Да что там карта? Карта. Идти надо. Иди! Черт не кормлена, иди! Зина, что? Ты что, одна, что ли? Одна, конечно. Ты, бабы, убежали. Тебе за морякеном. Мне тоже нужен морякен. Все помоложе их буду. Ну, а чего ревешь? А чего? Все, вон, коровы не кормлены, я солома не нарежу. Одна-то много. Ну, ладно, ладно, давай, помогу тебе. Куда же она пропала, а? Ну, не дома же она. Ну, ладно, ты там ищи, а мы сюда пойдем. А что, Зина, сено все уже искормили? Кого скормили, полбеды. А то половину пропили, да растащили. Бычков, небось? А кто ж еще? Я не пьющая. А весной скотину опять резать будем. Смехота. Да, смехота. Как бы плакать еще не пришлось. Ну, если об каждом нашем деле плакать, никаких слез не хватит. Вот она. А мы ее ищем, ищем. Куда это, думаем, наш командир запропастился? Вся работа встала. Ты что ж ты прячешься, а? Молчи, строга. Строга. Прямо генерал. Вылитый. Ну вот что, генерал, давай команду. Поскольку ты голова теперь всему, ты командуй, как нам теперь идти к лучшей жизни. Значит, командовать. Значит, командуй. Так вот моя тебе первая команда. Ну-ка, марш отсюда. И чтоб ни рожи твоей поганой, ни ноги я больше тут не видала, понял? Это как же понимать? Снимаешь ты меня, что ли, а? Снимаю. За что? А за все. Пьяницы проклятые. С ползимы скотину на солому поставили. Тебя бы, черта гладкого, этаким-то накормить. И пойдет. Ишь, рожу раскормил. Паразит проклятый. Постой, Александр. Тут разве дело в нем? Ты попробуй-ка у нас в районе концентрат достать. Вот-вот, попробуй. Вот тогда и узнаешь, почем фунт лиха. Побегай, покланись, узнаешь. Ты председатель, ты и доставай. Проявляй свои способности. А? Ладно, проявим. А разве я должна корма доставать? Ну да, председатели всегда сами достают. Загордилась уж, не узнаешь? Вань, да что ж тут стоишь, мерзнешь, Вань? Я зашел как. Но там же мамаша, так началась и гунами грохать. А вообще-то я так, мимо. Случайно зашел. Прощай. Нет, погоди. Ой, Ваня, Ваня. Ну чего, Ваня, Ваня? Ты что, девка, что ли? А что? Матери боишься вообще? А, да нет, Вань. Не обращай внимания на нее. Пойдем. Пойдем, она спит. Председатель. Пойдем. Я, мамань, спи. А?
Корма, да? Ты разве не для этого звала-то? А? Товарищ Данилов занят, принять не может. И потом, вы здесь не одна. Послушай, мил человек, а много ли там народу заседает? Много, много. А? Ну так, я думаю, от лишнего человека худо не будет. Подождите, ну так нельзя. Не надо, милый, не надо, ведь со мной ведь не сладишь. А очередь? Я первый. Ну, не похож, чтобы. Куда выиграть? Культурные люди, ибо позволяете себе женщину руками хватать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, брось! В чем дело? Выйдите, я вас прошу, подождите. Да не могу я ждать, товарищ Данилов. У меня там лошадь стоит. А эти черти ведь как пить дать, не покормят ее. Какие черти? Какая лошадь? Там лошадь, а на улице-то. А я Потапова. Неужто вы меня не признали? Я из колхоза «Заря». Ну, напротив, я вас сразу узнал. Что у вас случилось? У нас беда, Андрей Егорыч. Скотину прям совсем нечем кормить. Солома это окончается. Вот, значит, я к вам за концентратом. Так у меня нет концентрата. Вот разве Иван Иванович поможет? А, очень приятно, будем знакомы. Ну, так как, товарищ дорогой? Нет у меня концентрата. Кончился, разобрали весь. Мы заняты, извините. Продолжим, товарищи. Я думаю, что нужно... Точно говоришь, что нету? Я же вам ясно сказал, что нет. Нет, нет, нет. Да, правильно. Партийное слово давай, что нету. Я перед вами отчета давать не обязан. Может быть, и есть, а я вам не дам. Понятно? Понятно, дашь. А я говорю, нет. Это у нас дефицит. Я знаю, кому нужно, а вас я, простите, первый раз вижу и не знаю. Узнаешь. Я ж теперь с тебя живого не слезу, милый. Андрей Иванович, ну, может, договорились. Ну, сдавайся, сдавайся, Иван Иванович. А главное, уши береги. А где же ваша лошадь? Да какая там лошадь? Да голодная ваша лошадь. Ой, Андрей Егорыч. Ай-яй-яй. Извините. Да садитесь, довезу. Да ну что вы? Садитесь, садитесь. Ну, спасибо. Концентраты все получили? Нет, еще не полностью. Но получим. Не сомневаюсь. Хватка у вас, дай бог, каждому. Вы извините, если что-нибудь там не так. Да все было так. По-моему, вы молодец. А вы какой молодец?
Значит, мы понравились друг другу. Приятнее будет работать вместе. Ну вот, кажется, мы и приехали. Значит, я сейчас вылезу? Нет, вас до места доставят. На обратном пути заскочишь, Миша. До свидания, Александр Васильевич. Андрей Егорович, а у вас и тут дела, да? Да нет, сына навести. Тебе мое слово, если ты хочешь, чтобы я и дальше здесь заведовала, строй мне новый коровник. Все. Правильно, Дуня, правильно. А ну, знаешь, я как прикинула, с хлебом в наших краях сама знаешь как. То вымерзнет, то вымокнет. Вот. А ферма надежное дело, постоянный доход. Андрей Егорыч сказал, берите суду и стройтесь. Ой, Саня, что-то этот Егорыч у тебя не сходит с языка. Саня, гляди, не выскакивай. Стой, стой. Остальные где трактора? Да стоят, Александр Васильевич. Говорят, в РТС и гильз для цилиндров нет. А когда будут? А кто их знает? Слушай-ка, а может, можно как-нибудь побыстрее? Да вон и сколько стоит, никто не загиб. Ай, щепки вы обдирали! Чтоб я с вами еще раз связалась с ремонтом. Да у себя все в колхозе будем делать. Да баба с воду кобыли легче. Сказала бы я тебе. А что ты стоишь как пень? Ну-ка, объясни ему. А что объяснять? На нет и сюда нет. Подождем. Ай, Егор, Егор, ну нет у тебя никакой боли за дело, нет. Что мне с тобой делать, не знаю. Ну, не знаю. Ой, как сохнет земля. Чё, успеется еще. Слушай. А этот ремонтный бригадир не иначе, как пьяница. Чего это взял? Да все вы, мужики, пьяницы. Я вам на своей вдове денежки сколько хочешь водки куплю. Уговори его, пусть он даст эти чертовы гильзы. Да. Значит, ты мне такое производственное задание даешь? Ну да. Ну что, это дело по мне. Можно попробовать. Стой! Чего? Стой! Кто ты? Ну, пусть побегает. Как это побегает? Повадились, понимаешь, овес на зелени опускать. Ну, брось, ну что за беда, ха? Вот тебе беда, а штрафую будут тогда знать. Слышь, Васильевна, ты уж не серчай. Моя эта овца. А твоя тем лучше. Вот я первого штрафую, и другим неповадно будет. Ну, полно, неловко, понимаешь, получается. А я все-таки твой заместитель. Хорошо получается, хорошо. Ну, ссориться хочешь, да? Для общего дела неплохо и поссориться. А что нам ссориться? Сама знаешь. Кумску мой ссорился, а на блины ходил. А я тебе не кума. Правда? А я думал, мы все-таки родня. Чего? Ладно, ладно, Богородица-то играть. Ты Ваньку моего ночью спроси. Он тебе разъяснит. Ну, нечего с чужой овцы шерсть драть. Свою наживи. Thank you.
мамаша твоя калякает. Понимаем друг друга. Ну, заходи, Саня. Ты где это загулялась, голубушка? Мы тебя ждем тут давно уж. Ой, какая она серьезная. Садись на... Ты чего это? За что? За все. За любовь. За подлость твою. За папашу твоего поганого. Вызывала? Вызывала. В общем, скажу тебе так, Егор. Если еще раз увижу твоих овец на зеленях, все. Оштрафую, понял? Угу. Ну, спасибо, Александра Васильевна. А то я и вправду срабил. А ну, как ты меня по первому же разу оштрафуешь? Боязно. Ведь ты у нас уж. Ну? Ты на рожон-то не лезь. Ведь я как сказала, так и будет. В РТСе был? Ах, вон она что. А я уж думал, что из доверия у тебя вышел. Уж больно ты на меня ополчилась. Довольно надоело, не будь ты бабой, надоело. Что ж, мне, что ли, прикажешь с ними водку пить? Ну, ладно. Давай деньги. На. Не пойдет, не пойдет. Не-не-не-не-не. Вот. Маловато. Дешево хочешь дело привернуть, Александра Васильевна. Да ты что? Что ж вам обожраться, что ли? Ведь тут 2 литра. А народу-то? Я. Тракторист. Васьков? Ладно, вечером отдам, а сейчас нет. Пойдет. Посмотри. Алло? Председателя можно? Говорите. Это из-за код зерна. К нам поступила партия семенного зерна Тулун-70. И мы предлагаем заменить ваше на новое. Чего? Зачем заменить? Какой Тулун-то? Это такой сорт пшеницы, новый. Вы сеяли Лютэссенс-62. А сейчас нам рекомендуют Тулун-70. А почему 70? Да кто это говорит? Мне нужен председатель колхоза или агроном. Нет у нас агронома. Ну тогда давайте председателя. Председателя тоже нету. А с кем я говорю? А вон наш председатель! Вот! Александра Васильевна, это к вам! Ну как съездила, Нюра? Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что, ко мне? Так ведь это же новый агроном. Наконец-то. А что это вроде молоденький такой? Неужто и вправду агроном? Вот, пожалуйста, диплом. А, с отличием. На. Ну-ка. Ну-ка скажи мне, что такое Тулун? Тулун-70? Во-во, 70. Тулун-70 – это сорт, выведенный северо-западным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.
районируется по 10 районам нечерноземной полосы. Устойчив к полиганию. Имеет зерно с высокими мукомольными и хлебопекаренными качествами. Между прочим, по урожайности превышает широко распространенный лютенсис 62 и вытесняет последний. Правильно. Правильно. Людочка, дай-ка мне за год зерно. Ага. За год зерно? Это говорит Потапова из Зари. Да. Да мне вот передавали, что звонили председателю. Меня не было. Угу. Да! Ну а как же? Да-да-да. Ага. Тулун 70, ну как же, знаем, знаем. Ага. Да, завтра. Завтра машина будет. Пришлем. Да, Потапова молодой председатель, но методы ее работы устарели уже больше 40 лет тому назад, ибо это методы купчиков и частных предпринимателей. Вот это прописочили. Читал? Про Сашку, что ли? Читал. Интересно, откуда узнали только? Да. На, Мангубе. Ладно, сам. Но доберусь я до того, кто сказал. Голову так и отверну. Что, она для себя старалась? А то для кого? Для тебя, дурака, что ли? Почему для меня? Для всех. Для общества. Для общества, для общества. Выучили дураков вас словам всяким, вы и рады. Нет таких людей, которые про свои интересы забывали бы. Только интересы у всех разные. Мне, скажем, эти звания да должности громкие ни к чему. Дай бог со своим хозяйством управиться. А другим почет да славу подавай, они теми живут. Какая же, Сашке, радость такой славы? Ух ты, умная какая стала, понятливая. А вам бы тоже, папаша, кое-что понять не мешало. Ваня. Хватит. Чего, мама? Не надо, милый. Ты пришел? Нет, не пришел. Я домой иду. Бессовестный. Вон, смотри, все мужики на сенокос вышли. А ты? А у меня перерыв. А у тебя уже целый год перерыв. Давай, Камилок, завтра выходи косить. Так утром клёв пойдет. А клёв? Вот я тебе сейчас. Ах ты моя рыбка золотая. Да нет уж от тебя никакого толку. Ну что нам с тобой делать, бабы? Не утопить ли нам его в речке? Бабы! Бабы! Просох. Вы что, всех заставляете работать? Да. Или своим подружкам послабку делаете? Чего? Подружкам, говорю, послабку делаете. Где подружки-то? Вот в чем вопрос. Друга далекая.
никогда не умрет. И что было загадано, все исполнится в срок. Не погаснет безвременно золотой огонек. Хороши? Ну, хороши. Ох, хороши. Ваня! Милка моя, ну молодец, что пришла. От тебя, Авдотья, не ожидала я такой подлости. Ну ты прости, не серчай, понимаешь, нечаянно получилось. Именина у нас Стаси 41-й годочек разменяла. Пойдем. Хочу себе поймать имя. Давай, Александр. Александр, давай, иди, давай. Александр, что иди, выйди, давай. Чего? Сейчас поедешь. Давай. Так. Значит, гуляем, подружки. Нашли время. Ну как же, дождя не будет вам? Постой, Лёшка. Ваня, ты на нас сейчас не шуми, потому что мы не с радости гуляем. Да мне дела нет, с чего вы гуляете. С радости или с горя вы сбежали с работы в такое время? Расселись тут, вырядились, песни орут. Артистки! Ой, ты нас так, Сашенька, не попрекай. Ну чего, кроме работы видели-то? Ведь ты ж сама на собрании-то говорила, помнишь? Ну ладно, давай, садись, выпей, закуси. Самые сладкие годики-то вот так и прошли. Не Настя корит, Санька. И ты лучше не гуди тут. Отплачем мы нынче свое, да отпляжем, завтра опять косить пойдем. Верно, подружки? Ну, давай еще по одной. Хватит. Ну, что ты, Сань? Ну, ты садись. Садись, Сань. Варя, Варя, Варя. Ну, знаешь... Ты здесь не команду. Варя, это она по должности своей кричит. Ой, это тебе не правление. Это дом, частная собственность. Она же все понимает. Да, ты, чего ты на нее глаза пялишь? Гони ее! Варя! Она такая же, как мы, вдовая. И всю нашу жизнь постигла. Постигла? Это она постигла. Что она может постигнуть, когда к ней Ванька по ночам шастает? А я 15 лет в холодной постели проспала. А мне 25 годочков было, когда муж мой Тимофей Петрович голову сложил. Понимает она. Что она понимает? Ваньку Лыкова она понимает? Все. Пришла. Говорили.
Вот вы, Андрей Егорович, такой ухи не пробовали еще. Оставайтесь, Андрей Егорович. Вот на утренние зорки заведем. Вот рыба пойдет. О, пойдет. Спасибо за приглашение, да на заводе я еще сегодня должен быть. Обещал. Андрей Егорович, уж сколько лет прошло с тех пор, как кончилась война. Уж когда пушки эти отгремели, а люди-то до сих пор плачут. Я раньше думала, что всех моих и забот, что посеять вовремя, убрать вовремя. А нет. Как же сделать, Андрей Егорыч, чтобы людям жилось лучше? Как? Знаешь, что ли? Почему не узнаю? Знаю. А ты куда? К тебе. Да что, тебе девок, что ли, мало? Да ладно, Саня. Ну, чего мне девки? Я ж только о тебе и думаю. Ну, погоди, Саня. Ну, погоди. Я ж тебе со всем уважением. Саня. Это, прости меня. Ну, чего молчишь-то? Скажи хоть слово. А за что простить? Вины я за тобой не держу. Чего там? Сама знала, на что шла. А я как вспомню, Саня, что у нас было, меня аж в жар всего кидает. Ты помнишь хоть маленько? Да, я тоже памятливая. Понимаешь, Саня, я не стану прятаться. Баб, я, конечно, повидал на своем веку. Но так как с тобой было у нас, у меня еще никогда ни с кем не было. А теперь, когда я к тебе с полным уважением, Саня, у нас же еще лучше будет. Понимаешь? Чего ты? Иди домой, Ваня. То есть как? Побаловались и хватит. Как это побаловались-то? Да баловства-то никакого не было. И не будет. Погоди, Саня, ну-ка встань сюда. Ты, наверное, это, сомневайся во мне. Так я тебе жениться согласный. Ну? Провалиться мне на этом месте, завтра пойдем в сельсовет и баста. Когда-никогда жениться надо. А мне никто не любит, кроме тебя. А ты опоздал, Ваня. Как это? Вот как бы зимой, с радостью пошла бы. А теперь? Ну, что теперь-то случилось, я никак не пойму. Ведь зимой-то я к тебе как ходил? По-другому совсем. А теперь, когда по-настоящему, так ты... Ты не сердись, Саня. Я тебе прямо скажу. О себе ты тоже должна подумать. Не молодая уж. А я всю жизнь о себе думала. А теперь неохота, понимаешь? Не понимаю. Ни к чему нам этот разговор, Ваня. Ступай. Погоди, Саня. Погоди. А чего погоди? Все выяснили. Ступай, ступай. Саня.
Борьба за воду на полях началась еще зимой. А летом земля щедро вознаградила за этот нелегкий труд. В Воронеже развернулось строительство атомной электростанции. Атомные электростанции сооружаются и в других районах страны. Виктор, ну что ты считаешь, Сибирь? На последние 200 уже опоздали? На картину опоздаем. Пошли. Пошли. Сейчас. Пошли. Пошли. Сейчас. Ну вот, теперь пошли. Пошли. Сейчас. Для кого я все это наживал? Уж вроде все. Все есть. Так чего же вы морды воротите от своего дома? Какого рожна вам еще надо? Что это вы, папаша, все пилите, пилите, а житья нет? Житья нету. Медом вам губы мажут, что ли, в клубе этом? Такой же телевизор. А нет, на людях им надо трепаться. Выключить? Все равно не слушаешь. Пускай орет. Давай другую программу. Вот. Значит, Александру Васильевну навести. Нет. Прямо поедем. А чё ж крюк делали? С бетонки свернули. Как свернули, так свернем. Да-да. Кто? Сандра! Саш! Оглохла, что ли? Открывай! Иду. Да сейчас! Все ноги подбивала, пока достучалась. Не уж не слышно. Ну, я спала, мамаль. А, умаялась? Ну, спи, спи, касатка.
Да ты что? Да ты что, бесстыдница? Ты что удумала? Ты что, девка, что ли? Ну, ладно тебя, ну, попробовала. Чего попробовала? Я тебе попробую, я тебе попробую. Я сейчас так отхожу, но... что от смерти. Ты что? От смерти ты дальше будешь. Умывайся сейчас же у меня. Ишь ты, какую моду взяла, морду масать, а? Ты что, забыла, кто ты есть? Да? Про тебя теперь в газетах пишут. Ты должна по струночке ходить, чтобы ни слова, ни грязь тебе прилипнуть не могли. Идол тебя возьми. Бесстыдница! И думать у меня не моги! И думать не моги! Да. Я. Ну, ну, раз обещала, значит, привезем. Не пойдет? Ты самый подходящий тебе. Давай 60 копеек. Разрешите, рыболов-спортсмен? Ой, Тань, Гражданка. Дай ему рыболов. Рыболов-спортсмен. Хорошо, рыболов-спортсмен с полезными советами. Иди сюда. А чего это ты надумала с фермы уходить? Саня, ну ты же сама по сути одна, и тебе на ферме-то осталась. Девки же все, почитай, с 10 классами. А Зинка же стерва, как в техникум поступила, житья мне нет. Аскорбин, каротин, каротин, аскорбин. Саня, я этих слов не понимаю. Я тебе книжку по зоотехнике давала? Там все сказано. Спасибо людям, ведь старались, написали. Там же понять все можно. Ой, Саня, да ты бы мне потолще еще книжку принесла. Я же как открою ее, как гляну на эти рисуночки, графики, все. Меня в сон кидает от страха. Ой, Дуня, да что ж ты думаешь, мне легко? А что это вы только по воскресеньям приезжаете? А по будням вас застанешь? И то правда. Дай что-нибудь поновей-то. Ой, Тань, дай ей второй журнал. Пожалуйста. Спасибо. Мадам Бавари есть? Нет, деточка. А Декамерон Боккаччо? Тоже нет. А блеск на счета куртизанов Бальзака есть? Чего-чего? Тебе кто посоветовал? Девочки. Девочки? А Васька Трубачка хочешь? Нет. Все. Блеск на счета куртизанов. А, Зина, учебников набрала? Да, сессия скоро. Слыхала? Сессия. Вот стерва. Это ж она нарочно при мне такие слова говорит. Здравствуйте. Ой, здрасте, Александра Васильевна. Ну, как мой заказ? Все в порядке. Тань, давай-ка сюда. О, спасибо. А, полностью. Сколько с меня? 97. Ну, что там нового в районе-то? А, да ничего особенного. Артисты приезжали. Ага. Да. Сидоренко с хлебзавода поперли. Пора. Ну, выставку еще осеннюю хотят организовать. Только что-то вроде не решили пока что еще. Да, Данилу, говорят, от нас хотят забрать. В соседнем колхозе план по гусю выполнили. Александра Васильевна, как насчет заказика на следующий раз? Александра Васильевна! Александра Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Егорович. А я хотел звонить вам. Присаживайтесь. А звонить я к вам вот зачем хотел. Что нам делать с колхозом в Кисловке? С вашим соседом, между прочим. Людей мы туда посылали, средства отпускали, а толку никакого. Что вы нам можете посоветовать?
мы хотели просить вас принять их себе. А. Объединяться, что ли? Да. Нет. Своих забот, знаете, по горло. Ну, выходит, я вас лучше дома. И я о вас лучше думала. У вас ко мне какие-нибудь вопросы есть? Да нет. Все, Андрей Егорыч. Прощайте. Все хорошо. Андрей Егорыч, я пришла с вами попрощаться. Ну, так, чтобы все по-хорошему. Как люди. А вы даже ни слова не сказали, что уезжаете. Александр Васильевич, подождите. Саша, я завтра еду по колхозу. Поедемте со мной. Старые раны. Можжат. А вы, Андрей Егорыч, на каком фронте были? Почти на всех пришлось. А это в Польше. Андрей Егорыч, а это тот же газик? Тот же. А где же Миша? Женился, уехал. А может, заедем все-таки в Кислов? В Кисловку? У меня пока что в руках автомобиль, а не теплоход. Ну, значит, на берегу загорать будешь. Соседка ваша, Потапова, председатель колхоза «Заря». А, значит, в газете видел. Ишь ты. А что, правду говорят, будто у вас мужики хорошо живут? Да ничего. А у вас? А у нас мужиков-то раз-два я обчелся. Ну, а бабы? Бабы есть бабы. Что с них взять? Копошаться, кто во что горазд. Кто грибы собирает, кто клюкву. Ну, а в колхозе-то все-таки работает кто-нибудь? Ну, а как же? Минимум отрабатываем. Говорят, будто хотят вас присоединить к их колхозу.
Да не схотят они, надо думать. На кой им такой хомут на шею? Подождем. Славно, брат, ты нас накормил. Спасибо. Не на чем. Может, еще выпьете? Нет, нет, спасибо. Ну, тогда я уберу. Ну, бери. А проворная из тебя хозяйка? Приходится. Надо же матери помогать. Сторожиха-то много ли заработает? А отец? Легкой жизни ищет. Ну, вы на берег не шибко торопитесь. Надо маленькую лодку покоробать. А то ветерок подует, не отчерпаешься. Будь они неладные, опять что-то чинят. Сейчас я вам засвечу. Вот вам лампа. Спички-то есть? Есть, есть. Вот как погаснет, тогда зажжете. Ну, я пошел. Счастливая будет та девка, которой он достанется, когда подрастет. Лампу зажечь? Как хотите. Андрей Егорович, а вам обязательно уезжать надо? Да.
Вот и приехали, Андрей Егорович. Спасибо вам. Довезли до самого дому. Прощайте. Прощай, Саша. Хороший ты мужик, Андрей Егорыч. Но не орё. Глуша! Чего же от добра добра искать? Сами с Веркой строиться будем. А, вот и Саня вернулась. А тут тебя Виктор дожидается. Здравствуй, Александра Васильевна. Здравствуй. От Ваньки Тлыкова письмо пришло. С портретами. Ну. А дочку, говорят, Александрой назвали. Будешь писать письмо. Передай привет, поздравления. А вам с Веркой поможем. Чего там, строитесь? Да нам уж не так много надо. В Кисловке мы сруб приглядели. Нам бы только его тут привезти. Нет, милый, Кисловку ты не трогай. Она, знаешь, не всегда нужно только о себе думать. Да я уж так. Поможем, поможем. Поможем. Ну, спасибо. Извините, что побеспокоил. О. Счастливо вам оставаться. Счастливо, счастливо. Счастливо. Здравствуйте. Опять, да? Ну, что опять, что опять? Покурить уж нельзя. Эх, Гусёк, Гусёк, мало тебя купали.
Ну чего, чего? Ну когда ты за ум возьмешься? Ну а? Что, ну что, ну? Не понимаешь. Слушай, хочешь на шофера выучиться? Я? Ты. Ой. Отвыкать придется. Ну как тебе не стыдно? Ну скажи, ну как тебе не стыдно? Жена и та ведь плачет. Ведь у тебя трудодней меньше всех в колхозе. Ну-ка иди сейчас же на ферму. Ну что уж ты понимаешь? Я и так иду. Ну, я теперь с тебя живого не слезу, так и знай. Вот не я буду, если я из него человека не сделаю. А что ты ухмыляешься? Что, не веришь, что толк из этого получится? Не знаю, не знаю, не знаю, Александра Васильевна. Плохой я теперь отгадчик. А вот ты мне лучше скажи. Вот я свою линию жизни гну, а ты свою. А все одно бобылями мы остались. Так чем же тебе слаще моего? А? Оксана Васильевна! Саша! Там тебя ищут. Представители какие-то приехали. Бабоньки! Бабоньки! Слушай! Виктор! Виктор, ну слезай быстро! Быстро слезай! Ну, скорее же! Ты пойми, Александр Васильевич, всю важность поставленной задачи. Мы тебя посылаем в совхоз, который должен стать как бы маяком, показывающим путь в будущее. Каменные дома, канализация, горячая вода, центральное отопление. Я ничего не понимаю. Приходится доказывать. Это же новые культуры. Земледелие и животноводство, основанное с самого начала на самом передовом опыте, научных данных. Так у меня же нет никакого научного образования. Ну что я? Вроде как самоучка. А нам от вас не это требуется. У вас будет и агроном, и зоотехник. Словом, заместители ваши будут специалисты. Мы хотим, чтобы это дело возглавил человек с душой, с огоньком. Да что уж так на мне свет клином сошелся? Никогда не поверишь, чтобы можно так было людьми обеднять. Плохо ищете. Ну, знаешь ли, это не так сразу делалось. Мы много думали, советовались. Перед отъездом товарищ Данилов с ним говорили. Значит, это вас Андрей Егорыч надоумил? Поедете, Александр Васильевич. Посмотрите, сразу согласитесь. Поедете. Дело у них не пойдет. Это не пойдет у них это дело. Садитесь, Александр Васильевич. Прощайте. Постой, Александр, как же это? Вы уж там сами налаживайте.
А мы будем тут стараться. Я так и знал. Жаль. Ну, счастливо оставаться. Пойдете.